Жители Богдановки Павлодарского района кинули клич по селу и за несколько дней собрали деньги, на которые своими силами построили горку для детей, решив добавить яркую нотку в свою повседневную жизнь. Наш корреспондент продолжит. В центре села Богдановка теперь возвышается новая достопримечательность – деревянная двухметровая горка, возведенная силами местного сообщества. Все началось совместного сбора средств, который занял всего несколько дней. Всем привет, это село Богдановка, Павлодарский район, меня зовут Даниил. И мы находимся сейчас на площадке, где мы затеяли стройку нашей горки. Скажу так, на горку собирали деньги сами. Как мы это сделали? Просто в WhatsApp объявили о сборе, местные жители собрали нужную сумму денег, и на эту сумму мы построили горку. Как отметил Даниил, данная горка обошлась им всего 220 тысяч тенге. Это копейки по сравнению с ценами, которые представлены на сайте государственных закупок. Там цены варьируются до 1 миллиона тенге, а то и выше. Сумма к сборам была 220 тысяч тенге. Собрали 258. То есть не 1 200 000 и так далее. То есть эта горка очень простая в сборке. То есть любой поселок может собрать деньги и построить такую горку. Наш Аким от себя просто как житель нашего округа внес 50 тысяч тенге. Наш вклад внес в нашу горку, привез нам фонари, договорился об установке. Вот. Спасибо на этом, Вадим Сергеевич. Скат горки составил 6 метров, а ширина 1,9 метра. Для комфорта ее оборудовали ступеньками, а также планируют территорию горки оборудовать под каток. Вот здесь мы собираемся залить каток. Здесь у нас школа, здесь центр деревни. То есть все, в принципе, местоположение классное. Вот этот домик, нам пообещали отдать его под хранение там лопат, может, раздевалку там сделаем, чтобы коньки переодевать. Жители села Богдановка с сегодня равнодушным жителем Даниилом Гильгорн еще раз доказали, что даже с небольшим бюджетом и желанием можно создать что-то уникальное и полезное для всех. Валентина Леонова, Иртыс Акпарат из Павлодарского района.